Ну что, как Монголия? Отлично. Прокатились? Да. Здрасте. Здравствуйте. Как ваши дела? Дела замечательно просто. Будете освещать? Конечно, всегда. Нас можно вместе, уже 30, да. Как мы уже, да, сколько мы вместе, это... Я прям с такими ехала сюда. Пошли. Вот такое я не могу не снять. Мероприятие еще не началось. Что-нибудь приличное мы делаем. А как бегать будет? Володя, что приехали? Кого привезли? Сема. Чего? Сема? Сема. Ну, не садись. Налейте Агапу. Так, ну давайте, расскажите, что приехали. Мне там нравится процесс, да? Не, Агапова точно приехала шампанское выпить. Да, давай шампанское. Студент, тебя как сюда занесло? Звезда еще не готова. Ну что, Рома, нырять ездишь? Нет, пока что нет, но надо возобновить. Уважаемые дамы и господа, просьба рассаживаться, и через несколько минут мы начинаем. Спонсор, давай мне пару слов скажи, Гриша. Да, здравствуйте. Я хочу вам желать удачи, и Бирмингем все-таки такая крутая штука, и крафт. Я должен обязательно попасть. С Григорием, конечно. То есть одних в Монголию он уже отправил, теперь в Бирмингем, да? Сам везет. Дай интервью, скажи, пожалуйста, вот ты мой фарук. Приветствую вас на шоу чемпионов Best of Best. Лучший из лучших. Российской кинологической федерации. Знаете ли вы причину, по которой мы здесь собрались? Ну, конечно, сегодня здесь, в этом прекрасном зале, будет объявлен победитель шоу чемпионов РКФ «Лучший из лучших», которому предстоит исполнение важнейшей кинологической миссии представлять Российскую кинологическую федерацию, Россию, на одном из самых престижных конкурсов мировой кинологии. На Юканоба World Challenge, который пройдет в марте 2019 года в английском городке Бирмингем. В рамках всемирно известной выставки и старейшей выставки собак «Крафт». Своим трудом вы доказали, что именно вы – гордость российской кинологии. Ваши достижения укрепляют позиции отечественного собаководства.
тех, у кого есть слово «судья». Да? Итак, Екатерина Синошенко. Елена Иерусалимская. Тамара Шуклис. Георгий Баклужин. И, дорогие друзья, я хотел бы отдать свой судейский, так сказать, знак временно. Владимир Семенович, не знак, карточку. Знак нет, никому не отдамся. Татьяне Егоровой. Пожалуйста. Татьяна Егоровна. Забегаю, разворачиваемся. И опять разговор. Спасибо. И побегаем до границы. И встаем перед уважаемыми судьями в стойку. Спасибо.
финалистов. Красная дорожка подтверждает, он первый, а представитель американской лиги нашлись и потом и вот этот подарок. Мы благодарим вас за то, что вы были с нами. И мы, тем не менее, хотели бы, чтобы вы продолжали прославлять российскую технологию. Это перед вами Сасимов Плэнти, заводчик и владелец Владимир Хромов. Эта собака удостоена титула чемпион мира 2018 года. Победитель группы, интерчемпион, чемпион России, Германии, Чехии, Литвы, Эстонии, чемпион национального клуба, чемпион породы 2016 года и лучший представитель породы 2016 года. Той будет Элизин Шнауцер. Итак, вердикт судей. Красная дорожка. Той будет проходит. Представитель Элизин Шнауцера, не уходите, пожалуйста, к нам. Собрались, с президентом бы сфоткались.